На самом деле, действительно, это город, может быть, больших каких-то спортивных достижений, да, очень много государства уделяет внимание спорту, уделяет внимание там, каким-то бизнес-проектам. Но я хочу сказать, что деятельность художников в нашем городе, она не менее активная, если не сказать, что может даже более. Только что в 3 часа открыли выставку Ильи Дмитриевича Титова в Сибирском федеральном университете. Сегодня у нас открытие выставки Косименко, и завтра открытие выставки нашей молодежи, которая уже перешагнула рубеж 35-летия, а задора не уменьшилась, поэтому еще и завтра открытие в 5 приходить. А сегодня мы открываем выставку, на мой взгляд, такую удивительную. Выставку настоящего большого художника, все творчество, которое представляет из себя одну такую настоящую радость. Радость жизни и радость творчества. И хорошо, что в наших залах все время разные выставки. И есть возможность для каких-то творческих поисков совсем уж молодых художников. И мы стараемся не забывать тех, кто уже ушел из жизни, но осталось же большое наследие. К великому сожалению, Красноярск так и не разродится что-то никак настоящим хорошим большим художественным музеем со светлыми залами. И арендовать залы в той же Сибири стало сложно, потому что в год культуры первым делом Министерство культуры урезали бюджет. Но слава Богу, что мы не государственное учреждение и каких-то больших командиров у нас нет. Те выставки, которые мы себе планируем, мы их проводим. И считаю, что вот эта выставка – это настоящий такой хороший подарок. Большую часть всей работы по организации этой выставки взяла Любовь Ивановна Шаповалова. Она все сделала. Самое большое – в 70-е годы. Тогда, когда, в принципе, у нас, ну, сами понимаете, были здесь очень значимые величины, которым было, как говорится, очень много уделено внимания, и вместе с тем она смогла себя тоже проявить и заявить на этих выставках. И самое большое, что она брала для себя очень высокую планку. Она брала сюжеты, она брала темы очень серьезные, очень большие, очень важные. Я думаю, во всех смыслах Елена Никитична достойна того, чтобы как можно чаще возвращаться к ее творчеству, делать подобные выставки, помнить ее, потому что она действительно замечательный художник, высокий профессионал. И кроме этого, она, конечно, очень много сделала для подготовки и воспитания юных художников. И вот тот оптимизм, который можно видеть в ее работах, особенно прекрасные ее натюрморты, жизнерадостные, этот оптимизм она пыталась передать и своим ученикам. И она не просто была сухим преподавателем, она с такой отдачей, душевно так относилась к своим ребятам, она болела и переживала порой за них больше, чем они сами, за свою работу, за свою учебу. И она просиживала в группах там около каждого студента, часами могла, не считаясь собственным временем, силами. И этот человек, конечно, является примером не только художника, но и примером педагога, потому что на самом деле такие люди запоминаются на всю жизнь теми, кто у нее учился. Мне понравилось, извините, вот Русаков, да, был здесь как-то в залу. И он говорит, столько у нас хороших художников, так бы и хотелось, были бы залы, где бы одного прошел, я там граф экипаж там смотрел, вообще умирала. Ну и многих умных, многих, чтобы на разных этажах были залы. Действительно чудесная встреча со светлым человеком, который, от которой всегда веяло энергией, радостью, она все время увлекалась. И это увлечение сопровождало ее и в творчестве, потому что она то какой-то новой техникой увлечется, то наоборот откопает какой-то старый профессиональный секрет. И этим увлечением она заражала студентов. И вот эта выставка, она просто радует такой светлой энергетикой, особенно вот пейзаж, натюрморт.
мало кто, многие пишут цветы, но мало кто умеет так сочетать, например, такое точное знание реконструкции, можно сказать, анатомии цветка и эмоциональное воздействие, вот это свежесть, запах, это роса, это вода, в которой они стоят, в стеклянных, даже, может быть, просто простых банках. Замечательный художник, замечательный педагог, мы с ней много лет работали вместе в училище, и много общались, и студентов возили даже как-то вместе на летнюю практику в одном общежитии, мы там с ней жили. Много можно вспоминать, я действительно очень поддерживаю вот эту идею вечера памяти. А что касается выставки, ну я даже не знаю, тут действительно анализировать-то, собственно, что, все видно. Эти работы, которые говорят сами за себя, над ними не надо заморачивать голову, потому что они открыты для восприятия и для ума, и для глаз, и для души. Все очень здорово, светло. И пока мы имеем такую счастливую возможность видеть эту замечательную живопись, Елена Никитишна всегда с нами, потому что земная жизнь, она может быть и короткая, и не очень, но пока жива память, жив и человек, а когда это еще и художник замечательный, то их жизнь продолжается до тех пор, пока живы эти работы. Поэтому я тоже очень бы поддерживала эту идею и музея, и выставочного зала, потому что эти работы должны быть в хорошем, защищенном месте, должны быть доступны людям. И еще вот тоже было бы здорово, если вот увлечь кого-то, может быть, из состоятельных людей, потому что вот Елена Никитишна, она достойна, конечно, и выставки, и многих других выставок, но очень бы еще здорово было увидеть большой альбом с ее произведениями, потому что это вот то наследие, которым может гордиться наша земля. Я всех поздравляю с прекрасной выставкой. И еще раз спасибо и Любови Ивановне, и Роману Александровичу, и Нисия, вот, и всем-всем-всем, кто готовил для нас этот весенний праздник света. Спасибо.